Всем привет! У каждого человека есть свои хотелки. Кому-то нравятся ножи, кому-то хочется что-то другое. Вот, допустим, мне захотелось вот это, когда-то давным-давно, а теперь мне хочется совершенно другое. Ну, хотя нет, это, наверное, тоже хочется. Но вот это мечта, очередная хотелка, на которую приходится уговаривать и жену, и ребенка. Ну и, соответственно, бабушку. Хотя мне эта хотелка очень сильно нравится. Прям по душе пришлась. И если жена уже согласна на эту хотелку, ребенок тоже вроде бы не против. Ей как бы тоже понравилась эта хотелка. А еще ребенок хочет, чтобы у этой хотелки был другой цвет. И эта хотелка Ford Fusion, собранный в Германии, с оцинкованным кузовом, с самым простым роботом каким-нибудь, либо автоматом. В общем, самый надежный, как автомат Калашникова, автомобиль. Вот какой он высокий. А ну, встань здесь. Стоп. Вон какой высокий, да? Красивый? Не трогай. Красивый? Да. Нравится? Только цвет другой, да? Да. Какого цвета надо? Серого. Синим. Какой же он классненький, да? Да. Нравится? Да. Пойдем, это не твой. Я пошел.